позднее. Посмотрите, это как будто Эйзенштейн и матрос из Потемкина. Камера поставлена в шлюпку, и это придает фильму свежесть, смелость и свободу, благодаря которым простая иллюстрация превращается в драматическое действие. Этот фильм – вид с плывущей шлюпки, превосходный образец чистейшего кинематографа. Автомобильная авария. Эффектная картина. Сейчас вы поймете, почему. Чудом выживший главный герой удивительно похож на Мишеля Симона из фильма Жана Ренуара «Будю, спасенный из воды». Мы говорили о том, как создать движение в статичном плане. Но знаете ли вы, что с самых первых дней кинематографа операторы искали свежие, оригинальные, даже абстрактные ракурсы, предвещая долгие годы экспериментального кинематографа? «Аквариум с золотыми рыбками» – так называется этот фильм. Он показывает на экране формы, тени, отражения, блики сквозь стекло.